Далее коротко о некоторых других событиях в нашей постоянной рубрике «Дайджест». Ушла и не вернулась. Пятый день в Кунгуре разыскивают 16-летнюю беглянку. Девушка ушла из своего дома в районе Старой Филипповки вечером 8 августа, но до сих пор не вернулась. Телефона при себе у нее не было. На данный момент о нахождении девушки ничего не известно. На связь она не выходит. Ранее девушка тоже могла себе позволить уйти из дома, но всегда находилась на связи. На вид ей 15-17 лет, темные волосы. Была одета в серый кардиган, синие шорты и белую футболку. Все, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам, которые вы видите на экране. В Кунгуре за 2 недели августа было совершено 2 наезда на пешеходов, причем оба нерадивых водителя скрылись с места происшествия, и теперь их разыскивает полиция. 2 августа в микрорайоне Первомайском неустановленный автомобиль совершил наезд на велосипедиста, после чего скрылся с места ДТП. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травму. Ему рекомендовано амбулаторное лечение по месту жительства. А вот 10 августа в центре города по улице Советской еще один неустановленный автомобиль допустил наезд на пешехода и также скрылся с места аварии. Сильно пешеход не пострадал, госпитализация ему не понадобилась. Всех, кто обладает какой-либо информацией или стал очевидцем происшествия, просьба сообщить в отдел ГИБДД по телефону 2-81-39. Уже в эту среду, 15 августа, вход во все городские музеи станет бесплатным. Дело в том, что совершенно бесплатный день музеев в Кунгуре проводится каждую третью среду месяца. Поэтому сейчас у кунгуряков есть шанс посетить интересные выставки, не потратив на это ни копейки. В Краеведческом музее, например, сейчас работает сразу 3 выставки. Банновский камень, День библиотек, в экспозиции представлены старинные книги из фонда музея, и еще одна экспозиция оформлена к столетию кунгурского военкомата. Хорошая новость. Лето покидать нас пока не собирается. Эта неделя будет дождливой и теплой, но некоторые ночи выдадутся холодными. Как сообщает Гидрометцентр, во вторник, 14 августа, температура воздуха днем опустится до 22 градусов. Начнутся кратковременные дожди, которые продолжатся до конца недели. В среду температура воздуха будет в районе 23 градусов. В четверг и пятницу ожидается также теплая погода и облачная с сильными дождями. Выходные дни прогнозируются от 17 до 19 градусов выше 0. Ожидаются постоянные дожди и преимущественно облачная погода.